Встречайте Туника Жюльет. И сегодня это мой выбор, так же как и Олечки. Если вы любите носить и сочетать романтизм и стиль casual, именно дерзкие кожаные брючки, сочетайте сегодня. Это самые последние трендовые позиции. Это Туника Жюльет. 1999 рублей. У нас скидка 1200. И размеры от 50 присутствуют до 60 размера. Наша модель Ольга Лукомская выбирает Тунику Жюльет розового цвета. Но если быть точной, это коралл. Необычные оттенки красного сегодня популярны как никогда. Я сегодня выбираю для себя оттенок бирюза. Невероятно красивый цвет. И он будет сочетаться не только с украшениями из бирюзы. Вы посмотрите, здесь какая коллекция ярких расцветок. Спасибо рубрике «Украшения». Они украсили меня сегодня изумрудами. И тоже подходит к нашей богатой флористической композиции. Милые мои, вы только посмотрите на эту красоту. Я раньше думала, что дополнить ансамбль – это обязательно, но сегодня я понимаю, я выбираю Тунику Жюльет, и ее не нужно ничем дополнять. А самое главное, вдруг у меня появляется талия, которой давно не было. Это здорово, когда не надо ничего дополнять, не надо бегать по магазинам, еще и талия появляется, потому что это секрет брендовой одежды. Но если вы хотите подчеркнуть талию, природа наградила вас идеальными пропорциями, внимания на экран. Наша модель Ксюша показывает еще один вариант, как вы можете украсить себя. Прекрасная Ксения, мама очаровательной дочери. Я могу точно сказать, Ксюша не выглядит на тот возраст, она выглядит на 10 лет моложе. Вы только посмотрите, Туника Жюльет. Ксюшенька выбирает юбку-карандаш, свободную тунику и украшает себя тонким ремешком. Зеленый цвет, бордовый оттенок, нежно-синий, золотой, серебристый. Любой ремешок сочетается с комплектом. Если вы выбираете свободную тунику, непременно юбка должна чуть-чуть закрывать колено, чтобы мы видели длину, и она должна быть карандаш или прямого кроя. Это еще не все расцветки. Мы сейчас покажем вам всю палитру многообразия. Оливковый, синий цвет, василек, выбор Ксюши. И оливковый цвет, который очень популярен сегодня. Среди рыжеволосых красавиц этот оттенок с добавлением солнца я рекомендую блондинкам, у кого пигмент желтый в волосах. Янтарный цвет будет очень хорошо сочетаться. Каштановый цвет волос. И я могу точно сказать вам, что благодаря такому яркому композиционному такой композиционной тунике ваш образ завершен. Да, Света, и вообще это благодаря во многом, что бренд Благов использует вот этот элемент ручной работы, дизайнерский такой ход. Ой, давайте посмотрим сейчас на это украшение. Кстати, мне очень нравится, что здесь используется вышивка, эффект ручной работы. И на первый взгляд, действительно, может показаться, вот напоминает мне бренд Визель, который очень популярен среди женщин. Да. Давайте обратим внимание, что сегодня многие дизайнеры выбирают именно эти детали украшения. Это качественная вышивка с шелковыми нитями. Опять же, здесь используется микс. Это набивной рисунок вышивка и стильное кружево. Это Ришелье. Комбинация сложна, но красива. Здесь уже не нужно ничего перегружать. Зона воротниковая достаточно украшена. Это красивая самодостаточная туника. Туника Жюльет от бренда Благов. Украсьте себя. Какой цвет вы выбрали? А сейчас поговорим про размеры. Да, какой бы цвет вы ни выбрали, в любом случае вы создадите самый яркий образ. Ольга носит 54. Идеальное попадание, золотое яблочко. На Олечке 54 размер. Я не советую вам выбирать тунику на размер больше. Здесь достаточно свободы, здесь достаточно летящие красивые ткани. Микс трикотажно-вискозного полотна и летящего шифона. Что может быть лучше? Я могу точно сказать, мои дорогие, что эта модель, туника Жюльет, покорила женщин с любым типом фигуры. Стройные красавицы украшают зону талии, как Ксюша. Ну а мы с Олей, пышнотелые дамы, украшаем себя свободным вариантом. Невероятный комфорт. Вискоза позволяет телу дышать. Наступает самое жаркое время года. Джемпер, кардиган и свитер уже уходят в чемодан. Мы выбираем сегодня для себя эту красоту. Тело дышит. Вот так вот три разные женщины на ваших глазах. И вот так вот эта туника смотрится идеально на каждой из них. Вам просто осталось выбрать цвет. Ну а если вы еще соберете готовый образ, который вместе с брюками Багиры выбирает наш эксперт Светлана Воронцова,
и модель Оля, то это будет бесплатная доставка, и это будет идеальное попадание вот во все тренды, и цветы, и кожа, и то есть и свобода, и яркий стиль. Ты знаешь, Аришка, даже если бы про эту вещь сказали, что она не в моде, я бы все равно ее купила, потому что я считаю, мода модой, а свой стиль – это только то, что принадлежит вам. Его никто не сможет повторить и отнять у вас. Подчеркните свой индивидуальный стиль, и пусть в вашем гардеробе появится такая вещь, которая вас будет украшать. Обратите внимание на тонкую работу и оформление деликатных тканей, например, кружева. Я приглашаю вас познакомиться с изысканной ювелирной работой наших компаний. Бренд Благов славится сегодня, и этот бренд за короткое время заслужил признание. Это открытие. В 2016 году мы стали сотрудничать с брендом Благов, и ничуть не сожалеем о том, что этот бренд сегодня стал для многих фаворитом. Многие наши женщины, конечно, очень любят и ценят бренд Благов, поэтому с удовольствием берут, особенно если это цена премьеры, можно просто взять в подарок. Представляешь, на 8 марта? Да, Аришенька, давай посмотрим на швы. Я только что показывала швы, это закрутка, она дает такой фактурный, можно даже сказать, рисунок, как будто это рюши. Между прочим, эта техника очень сложная. У бренда Благов имеются специальные машины европейского качества, которые помогают оформлять деликатные ткани. Казалось бы, наше шифоновое полотно закреплено, но не перегружено. Мы не перекручиваем несколько раз ткань, мы оставляем полет шифона. И еще раз посмотрите на размеры. У Ксюши 48-50, туника Жюльет 48 размера, Ольга носит 54, туника 54, я 52, туника 52.